Сайдинг снять, остекление с балконов убрать. Такие сообщения появились в соцсетях. Причиной стала новость о новых правилах пользования жилыми помещениями. В частности, об остеклении балконов. Мол, с 1 марта 2022 года остеклять их можно будет только после согласования со всеми органами местного самоуправления. Но волна негодования была необоснованной, говорят юристы. Это все-таки касается тех случаев, когда собственники помещений начинают что-то пристраивать, возводить действительно такие серьезные постройки. В данном случае необходимо будет согласовать все эти реконструкции. И ранее также было необходимо согласовывать все реконструкции с органами местного самоуправления, например, с администрацией. Новые правила касаются именно дизайнерских решений. Когда житель решает увеличить площадь своего балкона, выдумать необычную пристройку или такие работы повреждают несущую конструкцию, Минстрой официально подтвердил, что никаких новых правил нет. Для собственников жилья норма сформулирована так. Нужно исполнять обязанности, содержать жилье в надлежащем состоянии и учитывать ограничения по Жилищному кодексу Российской Федерации. Следить за исполнением правил будут проверяющие, которые в новом 2022 году имеют право осмотреть балкон из квартиры. Если есть соответствующее распоряжение органа местного самоуправления, то да, собственник помещения должен обеспечить доступ в свое помещение для проверки. Это не секрет, это и ранее было так. То есть для, например, такие есть процедуры, как там поверка счетчиков и так далее, мы должны обеспечить доступ в свое помещение. Теперь это также будет и регламентировано новыми правилами. Тонкости, конечно, есть, но касаются они не нового законодательства, а уже действующего. Например, в каждом регионе могут быть свои изменения в правила по поводу остекления балконов. Но касается это особых случаев – культурного наследия, программ по единообразию фасадов и особенностей конкретного проекта. То есть, говорят юристы, обычные пластиковые окна ничего не нарушают и дополнительных разрешений не требуют, а значит и повсеместных штрафов ждать не нужно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».